Привет, друзья! Мы недавно купили вот такие вот маленькие баклажанчики. Will you cut this баклажан? Bengan? Actually, we don't need to cut. Ну, you обычно. Wash them? You wash them, yes, right? I washed. Just like that. И сегодня Саши будет готовить... Саши будет готовить карри. Бенган потейта, бенган алу. Алу бенган называется карри и будет готовить по обычному традиционному рецепту индийскому. У нас, значит, лук порезанный мелко, томаты, картошка, чили. Имбирь и чеснок. Зелень. Кардамон. Это корица. Гвоздика. Так, про чили я сказала, да, чили? И будет... И спайсы разные. Зира, куркума, перец. Гарам масала. Кориандр. Зира. И соль. Первым делом он начинает, конечно, с мантры. И жарит. На подсолнечном масле. Или ноги. Натопленный. Имбирь, чеснок, тертый на мелкой терке. Томаты. Чили, you put already chili? I will put down. Чили. Чили. Я режу буквально пол перчика, потому что здесь они такие остренькие. Don't use fingers, otherwise it's hot. Да, говорит. Пальцами не трогай. Yeah. Но я когда резала, то трогала пальцами. Главное, потом глаза не тереть. А успеть помыть. Томаты потушились. Add some spices. When we add spice, we make it low, otherwise it burns. Когда добавляем специи, мы делаем поменьше огонь. Make it very low, so that meanwhile I put spice, and here is salt. Это розовая гималайская соль, we have other also. Yeah. Little more. Little more. Mm-hmm. And then we put... Кориандр. Черный перец молотый. Гарам масала. Гарам масала. И я просто почему говорю, я иногда даже не добавляю гарам масалу, когда добавляю перчик чили. И мне кажется, будет очень перчено. Вот, я просила гарам масалу поменьше. Теперь прибавляю. Огонь and и мешаем. And I will put some clove. И сейчас он добавит две кардамонинки, две или три. Две-три гвоздички. И синамон это корица. Yeah, он прямо в палочках вот добавляет. Сегодня он прямо с кроватки готовит по-индийски. Приготовим воду. Одна картофелинка порезанная у меня. И 1-2 минуты, он говорит, он мешает, и в таком случае вкуснее получится. More you do, more better taste. Mm-hmm. I found
noodle. Potato started first came from China. Он говорит, ведь мир любит картофель. Он говорит, я читал, что картофель пришел из Китая. Что-то у него уже там подгорает немножко. And now we'll put this one. И сейчас мы... About 6 pieces. 6 штучек. Можете порезать напополам, можете на четвертинки. Сейчас я покажу, как мы обычно режем, если мы хотим порезанные. Вот в таком вот варианте. Чтобы оно, да, чтобы оно не разлеталось. Вот. Water now. Да, хорошо. Да, и добавляем водички. Еще немножко воды, чтобы было не густо. И теперь можно закрывать. И 4-5 свистков. И будет готово. Так, лепешка у нас будет cheese garlic naan potato. Я приготовила тесто на кефире. Кефир с содой, солью и мука. Вот, очень простое для нана. Для начинки у меня картошка, немножко сыра потерта, укропа и порезанный чеснок. Будет 2 небольших лепешечки. Готовить можно на сухой сковороде, потом промазать маслом или на сковороде с маслом ги. Вот такая небольшая лепешечка. Также у меня на обед приготовлен мой любимый салат. Лук, огурец, томаты. Добавила немножко кукурузы, зелень, лимон и немножко меда. И вот в этом оно у меня постояло, помариновалось. Половину сейчас мы используем на обед. Добавлю только соли и майонеза, а половину на ужин. Майонез у меня самодельный, очень вкусный, прямо настоящий провансаль. Вздувается так. Смотрите, какая красота. Оп. О, красота. Красота. И можно промазать маслом. Окей, дарлинг, нан ready, салат ready for both of us. Now you can finish your work, because we still have укроп. Deal. I will open this. Да, давай, ага, открывай. Так, ну давайте посмотрим, что там. Что там за красота? Вот они такие стали прекрасные, замечательные. Баклажанчики. This is your Russian. Да, ну это укроп, но вообще они добавляют кориандр. Just like coriander, yeah. Да, они любят кориандр. And индийцы. We can move. Теперь перемешаем. Ой-ой-ой, after long time we don't eat. Давно, говорит, мы такого не делали, да. Вот эти баклажанчики мы давно действительно не покупали. У нас каждый сам себе кладет, потому что не всегда хочется много есть или мало, наоборот. You want one piece, мама?
I want one. Я хочу одну, да. Я много не хочу сейчас. Thank you. I think bus. Ага. Bus. Хорошо, хватит. Мама, you need potato. Так. Darling, for you. Давай сюда клади вот это. Welcome. Ложечка. Спасибо. Bon appetit. Спасибо. Все, друзья, приятного аппетита. Перфект. Very tasty. Вот, да, вот такая вот получается баклажанинка маленькая. И сейчас посмотрим, может быть, вот эти четвертиночки, как они получились, не рассыпались ли. Вот, смотрите. Вот такие вот. Приятного аппетита, дорогие друзья. Ставьте лайк, если вам понравилось.